Вопрос-ответ. Почему я постоянно влюбляюсь в занятых мужчин? Это вообще такой очень истероидный компонент, когда девушка действительно не нуждается в свободных мужчинах, они ее абсолютно не интересуют. Ей нужно самоутвердиться. Вот это вот самоутвердиться и есть ключ к ответу. Самоутвердиться. Соответственно, это могло быть в предыстории какой-то, да? Ну, например, у вас была младшая сестра, папа ее любил, или мама любили ее больше, или вообще вы из многодетной семьи, и приходилось всегда бороться за место под солнцем. И эта ситуация соперничества, она настолько уже укоренилась вот в личностную структуру, впиталась в каждую клеточку вообще моего тела, что есть абсолютная потребность в том, чтобы достигать вновь и вновь один трофей за другим. То есть вот эти мужчины, которых уже было много, ну, из вашего сообщения именно так это и звучит, да, почему постоянно влюбляюсь, то есть постоянно говорит о том, что есть уже конкретный список, в которых я постоянно влюблялась. Все из них были женатые мальчики. То есть я всегда была какой-то третий, я всегда создавала тот самый любовный треугольник, и я постоянно приглашала эту главную женщину его жизни, его жену, к некоторому соперничеству, к этой постоянной такой вот этим, именно внутренней спарринг-игре, что ли, да? Для того, чтобы ее победить, для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы, переспав даже элементарно с ее мужем, сказать, вот видишь, он сейчас со мной, а не с тобой. Вот ты как клушка сидишь с этим борщом, сопли детям вытираешь, там, памперсы меняешь, жопу подмываешь, а я сейчас сижу в красивом ресторане, получила эти цветы, духи, подарки, золото и так далее, поездки какие-то, стихи, любовные признания, а ты вот, пожалуйста, делай всю черную грязную работу, просто как домработница какая-то. Вот такое самоутверждение главным образом идет у этой женщины. Да, это правда очень истероидный компонент. Более того, здесь может получаться так, что получая тот самый трофей, получая долгожданное предложение руки и сердца, женщина утрачивает интерес к этому человеку, и ей нужна уже новая жертва. Ну вот есть такая особая прослоечка. Поэтому вот я объяснила, почему это происходит. Есть, кстати говоря, и мужчины, которые нуждаются именно вот в таких замужних женщинах, и их интерес рисует именно женщина, которая состоит в браке, у которой есть дети, которая такая непростая, скажем так, добыча. И у него тоже есть стойкая потребность в том, чтобы растереть того другого какого-то козла, рогоносца, унизить этого мужика. То есть, взяв жену чужую, унизить мужчин. Вот такая есть особая потребность, возможно, связанная с каким-то конфликтом с отцом, возможно, связанная с конфликтом с матерью, с этой болью, что вот моя мама такая грязная шлюха, от этого тоже бывает такая, да, история. Потребность потом быть как бы в роли того, кто однажды уводил мою мать из семьи. Вот такое вот отождествление себя с агрессором, с негодяем, с подлым этим человеком, да, с мерзавцем, я вот отождествляюсь как будто бы с ним. Теперь я увожу этих чужих жен из семьи, как однажды уводили мою мать из семьи. И я так страдал, будучи ребенком. Вот такая интересная история. Нравятся только мужчины от 50 лет и выше. Пишет очень-очень красивая молодая девочка. После 50 лет у мальчика в письке не стоят. Это просто к вопросу о том, что сразу представляем, может быть, он и перед визитом к вам и съел виагрочку вполне, да, и что-то там смог изобразить. Но в целом у них очень слабая потенция после 50 лет. Поэтому, чтобы без иллюзий, так сказать, да, чтобы вы имели в виду, ну, явный поиск родителя, поиск заботы, переложить ответственность, что папочка обо мне позаботится, папочка все сделает как надо, а я буду малышкой и всегда буду вот под его опекой. Какая-то волосина ко мне прилетела. Что это за волосина такая у меня? Непонятная. Причем эта волосина растворилась. Странная история. Понятно, да, с этим всем желательно поработать, с этими переносными реакциями, со своим терапевтом. Можно, конечно, и самостоятельно, я уже 100 000 раз рассказывала о том, как именно это сделать. Так, испытываю гнев, обиду и так далее к отцу, потому что он узнал, что я гей и избил меня.
и избил меня. Соответственно, вы уже наверняка человек совершеннолетний или приближающийся уже к этому возрасту. Пора съезжать от своего отца, немножечко дистанцироваться, устраивать свою личную жизнь, устраивать свое дело, свой бизнес, свою карьеру, богатеть, хорошеть, преуспевать. И в дальнейшем уже папа там начнет стареть к этому времени, да, найти к нему общий подход вообще с позиции уже взрослого человека. А пока вы с протянутой рукой: папа, дай мне там 20 тысяч, папа, одолжи, папа, дай, папа, принеси. Папа чувствует себя вообще вправе распоряжаться вашей судьбой, вправе делать с вами все, что угодно. Потому что он рассматривает вас как вот свою какую-то ногу, руку, как какой-то свой придаток, что вы – это он вообще. Соответственно, для советского человека, папа, скорее всего, человек, который вырос в Советском Союзе, для него это просто огромная трагедия, боль, ужас, как это так, ребенок у меня в жопу ебется, пойду застрелюсь или ребенка своего задушу. Вот что для взрослого, такого возрастного советского человека означает гомосексуализм, да, не гомосексуализм, а гомосексуальность. Я знаю, что гомосексуализм очень обижает, вот это изм, коммунизм, гомосексуализм, как будто бы это что-то несет в себе такое какое-то обидное, да, как диагноз. Поэтому геи очень обижаются, и нужно говорить не гомосексуализм, имейте в виду, а гомосексуальность. Вот и все. Иначе геи будут на вас обижаться. Или, например, не надо говорить гомосексуалист, а надо говорить гомосексуал. Это принципиально важный момент для геев. Поэтому не будем их обижать. Дальше. Чем дружба отличается от любви? Чем дружба отличается от любви? Ну, есть дружеская любовь, есть любовь с компонентом страсти, есть любовь, которая с компонентом какой-то благодарности, есть любовь к родителям. Любовь вообще – это то чувство, которое может быть самыми разными оттенками, самыми разными составляющими. Поэтому смотря какая любовь. Потому что бывает, например, и к мужу любовь очень родственная, любовь дружеская, без компонента страсти, любовь -привязанность. Поэтому вообще любовь – это очень емкое понятие. Да? И каждый может что-то свое вкладывать в это, но по большому счету это, ну что ж такое-то? По большому счету это просто чувство с самыми разными его окрасками. Может ли ребенок не любить мать? Дело в том, что он не может не любить мать, он все равно ее как-то по-своему любит, но под этой любовью, вернее, над этой любовью могут быть самые разные прослойки, такие как боль, обида, ревность, ненависть и так далее. Да? Вот эти послойные чувства могут вытеснять и оттеснять от ребенка, да, от осознавания того самого чувства любви к родителю. Даже интернатовские дети, которые вообще не помнят, как их мать-алкоголичка выглядит, и то бегут к своей матери, пьянице, вот такой вот обоссанной бомжихе, отмыть ее, причесать, какие-то вошки ей вывести, как-то ее супиком отпоить, мамочка моя любимая. То есть у ребенка априори, в принципе, есть эта привязанность к матери. Другое дело, что она может быть, вот я опять же говорю, прикрыта той самой послойностью самых разных тяжелых для ребенка чувств. В данном случае это могут быть еще и нарциссы, да? Это могут быть и социопаты, и психопаты, то есть нечто, что я отрекаюсь от своих чувств, я не готов их слышать, я не готов их переживать. Но это не значит, что их нет. Доступа к ним нет. Это уже другой вопрос, да? Что нет к ним доступа, но они есть. Вот это больше про это. Отдавая мальчика в модели, такой же риск, как у девочек, или другое? Такой же риск, как у девочек, или еще даже больше? Просто непосредственно к девочкам будут домогаться клиенты, организаторы вечеринок, богатые толстосумы, папики, пердуны. Да, они будут там: деточка, пойдем со мной, вот как Лиза Адаменко, помните, да? Вот она была моделью, работала в Азии, объявился этот Валя, педофил проклятый, ее изнасиловал в 13 лет. То есть у девочек это такого рода чаще всего. У мальчиков моделей будет нападение со стороны непосредственно работников, то есть это будет продюсер, директор, какой-нибудь оператор, то есть эта контора сама, которая этим всем занимается, будет домогаться до вашего мальчика. А поскольку все-таки у подростка психика очень-очень неустойчивая, они еще такие детки пластилиновые, их очень легко закрутить в бараний рог и сделать из него проститутку, то есть сломать его.
То, что к нему будут подкатывать, это будет 333 раза в день. Его будут, им будут манипулировать и, как, и газлайтить, и его будут преследовать, и писать, и угрожать. То есть он будет проходить через все то жестокое, через что проходит любой практически человек, который, ну, не обладает, например, как это Джиджи Хадид, папа-миллиардер. Понятное дело, никто свои вонючие яйца к этим девочкам не подкатывал. Все боятся этого папу. Правильно? Но если девочка пришла, как говорится, с какой-то деревушки, то добро пожаловать. Все. Все педофилы валите и издевайтесь над ребенком. Психолог на сессии спросил о ощущениях и сказал: ты преувеличиваешь. Но этого делать психолог не должен, это его ошибка. И если таких ошибок много, то я вам рекомендую поменять психолога. Все. Вот это, кстати, четко газлайтинг. Ты преувеличиваешь, то есть я тебе не верю, я в тебе сомневаюсь, ты сейчас придумываешь, не ври мне. Это газлайтинг. Менять психолога. Ну и опять же, да, если это вы чувствуете, что есть некоторая тенденция в этом. Почему я постоянно влюбляюсь в занятых... А, значит, это мы про занятых мужчин с вами говорили. Так, дальше. Почему иногда хочется заказать мужу проститутку и посмотреть на их секс без участия лично? Потому что муж, который занимается сексом с другой женщиной, это вроде как бы не обман, я сама инициировала это, но я вижу, что он нужен другой, она его как бы хочет, она ему сосет, дает, лижет свои вагины, нанизывается на его член, это все возбуждает меня, потому что другая женщина его тоже хочет. И это значит, что это не просто какой-то пирожок с говном, а какой-то вкусный мужчина, которого другие самки тоже хотят. Но при этом я проконтролировала эту ситуацию, я сама ее создала, и, соответственно, обижаться на мужа нет причины. Но при этом я чувствую какую-то перчинку, остроту, и в парах, которые живут уже долгое время, это очень даже может быть. Да, и можно, в принципе, к этому и прибегать. Я помню, мы с подружкой катались на ее машине, останавливались у Старого Невского возле шлюх, грязнули сосули, там такие стояли. Ну, просто шлюхенцы такие простенькие. И мы там: сколько стоим, девочки? Они: ой, какие сладенькие! Они такие к нам подходят с сигареткой. Мы: вот мы хотим своему мужу купить, сколько стоит? И они на полном серьезе нас воспринимали. Но нам хотелось так вот поприкалываться над ними. Два неудачных ЭКО. Непонятна причина. Говорят, психологический блок. ДПДГ не помог. Хорошо, ДПДГ не помог. Два неудачных ЭКО. Я просто сейчас скажу на своем опыте работы с данными пациентками, как обычно это дело происходит. Вот не поверите, как только девочка заводит ребенка из детского дома, я сейчас не даю никому настоятельную рекомендацию это сделать, я просто к тому, что вот как я это вижу. Очень часто бывает так. Она заводит ребенка из детского дома, она берет себе этого малыша, у нее высвобождается какой-то особый внутренний блок, свои какие-то внутренние запреты, и на следующий год она беременеет. Только одно но. Получается так, что у нее этот ребенок уже есть, и вот рождается свой. И, к сожалению, чаще всего она отдает предпочтение, главным образом в выражении своих чувств, да, этой привязанности к своему родному ребенку. И формально воспитывает приемного. Вот это, к сожалению, я часто вижу. Но вместе с тем, вот главным образом, по какой-то удивительной причине, это очень быстро помогает. А еще бывает помогает, она, например, делает ЭКО, при помощи ЭКО рожает ребенка и тут же беременеет следующим, уже сама без ЭКО. Понятно. Потом можно попробовать суррогатное материнство. Также, опять же, да, это будет высвобождать некоторые блоки, освобождать путь, как бы, что фу, все, можно расслабиться. И вот как только женщина расслабляется, наступает ее естественное оплодотворение. Пришло время снять дреды. Тяжело почему-то. Себе кажусь без них не такой какой-то я. Какой-то не такой кажусь. Да, девочка-подросток, наверное. Ну, молодая девочка. Короче, подростки, да, с этими дредами. Ну, ладно, подростки еще ничего. Потому что вообще вот очень многим женщинам, да, даже вот в принципе в традициях было
как бы не кстати, что ли, или запрещено, или не нужно отрезать волосы во время беременности. Потому что как будто бы в волосах есть особая своя какая-то уже наработанная годами, впитанная энергия, силы какие-то. Как будто человек чувствует себя красивым, по-особенному, каким-то привлекательным. И убирая эти волосы, он как будто бы остается голым, беззащитным каким-то, уязвимым, да, слишком экстра открытым перед этим миром. И вот эти дреды, как шляпочка, как щит какой-то, меня защищали. Очень часто такое происходит, допустим, при смене имиджа, при резком похудении. Человек был очень с избыточным весом, вот он стал стройным и стал каким-то уязвимым. И так далее. Да? Человек что-то, как будто бы вот такое очень важное, защищающее его на протяжении длительного времени, утратил. И вот дреды в данном случае могут быть тем самым как раз щитом. Да? Так все отвлекались на дреды, а так смотрят на меня. Макияж тоже, девушки многие говорят, я не могу без макияжа выйти из дома. Почему? Или без накладных ресниц каких-то, без этих ярких ногтей, без каких-то особых экстравагантных нарядов, шляпы какой-то, вуали, там, очков черных, еще чего-то. Что это нечто, что защищало меня от этого социума. То есть сначала шла моя шляпа, и она принимала все удары на себя, а за ней уже шла я. То же самое происходит с этими дредами. Но, кстати, я в эти дреды все время смотрю и думаю, интересно, ползают там бегасики, там какие-нибудь вошки или нет? Напишите, девчонки, у кого дреды, ползают у вас там бегасики? Потому что мне такое чувство, что промыть дреды вообще очень трудно. Такое чувство, что в них, вот в этих валенках, там скаталось все говно, козявки какие-то, пыль с кровати, там, я не знаю, дорожная пыль, что вот как будто всякая срань там. Если они не причесаны, то как можно оттуда вычесать вот эту вот застрявшую гниду какую-нибудь? Так, постоянно разговариваю детским голосом на собеседовании, экзамене и работе. Очень хорошо, что вы отслеживаете ситуации, при которых меняется этот голос. И теперь ваша вторая задача – отследить то, где пережимается. Ведь для того, чтобы изменить голос, нужно изменить вообще внутреннюю структуру гортани, да, всего этого горловидного, так сказать, процесса извлекания этого голоса. Вот погрузите внутренний взор вглубь себя и отследите, где происходит зажим, после которого голос превращается в детский. Вот я сейчас пытаюсь сказать таким детским голосом, и вот где я вот пытаюсь понять, где я зажимаю это. Вот тут где-то зажимаю в гортаньке, спазмирую это. И вам нужно погрузить свой внутренний взор вглубь себя, максимально направить внимание в область горла, дать ему описание, отследить горло какое, воспаленное, красное, слизистое, там что-то застряло, что именно, яблоко или кто-то меня душит, если душит, то кто, можно это персонифицировать, душит меня мой родитель, допустим, да, максимально фокусироваться, усиливать, может быть, на каком-то этапе даже хуже. Вот все мои пациенты с логоневрозом, имейте в виду, вы когда ходите на терапию, в какой-то момент логоневроз как будто бы может набирать обороты, заикание усиливается. Но это то же самое, что лечить прыщи. То есть в какой-то момент ты лечишь прыщи, и они могут еще с большей лавинообразной силой нарастать. Но это такое, так сказать, обострение перед лечением. Поэтому здесь то же самое. Поскольку вы сфокусируете внимание на этом, вот этого вот может быть еще больше. Даже вообще может появиться ощущение, что и дышать тяжело, и говорить тяжело. Но через этот процесс нужно будет пройти, все равно фокусируясь на этом горле, давая ему внимание, заботу, поддержку, любовь и удерживая, так сказать, вот всю вот эту вот концентрацию именно здесь. Тогда вы почувствуете, что в какой-то момент наступает то самое расслабление. И голос уже из живота такой пошел глубокий и вышел наружу. Ну и вот, это и плюс ко всему этих людей, которые находятся на собеседовании, нужно уменьшать до уровня 5-летних детей. Не возвеличивать их до масштаба «Господи, помилуй, я такой червь перед тобой, ты мне ведь работу дашь». А что ты маленький, какающий в памперс мальчик, который плачет и болеет. Потому что в нем он тоже есть. Нужно ли специальное образование психолога или достаточно будет курса? Все, закончили.
или достаточно будет курсов. Смотря для чего. Если вы хотите получить образование просто для себя, чтобы чуть лучше разбираться в себе, немножко лучше разбираться в людях, то курсов вполне достаточно. Если вы хотите стать уважаемым специалистом, работать где-то в достойных организациях, вас не возьмут никуда, ни в одно научно-исследовательское заведение, ни в один университет, ни в какую там уважающую себя больницу, никуда вас не возьмут. Понимаете, да? То есть курсы хороши для человека, который получил уже базовое академическое образование и потом может позволить себе получать хер вот тучу курсов, каких только можно вообще по всему миру, любых. Все, он имеет на это право. Но человек без базового академического образования называться действительно психологом не может. Все, он всегда будет чувствовать свою кастрированность перед другими специалистами, он всегда будет чувствовать свою уязвимость. И вот эту вот попытку восполнить это, компенсировать, ну, это будет чрезвычайно трудно для него. Поэтому вот имейте это в виду. Имейте это в виду, пожалуйста. Все, мои дорогие, хватит. Хватит, я сказала. Все, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт вероникастепанова.ком, чтобы приобрести там еще много полезной информации.